Место называется Булдури у нас. Булдури, это район Юрмальский, Булдури. В этом районе Булдури находится лучший ресторан, еще раз повторимся, лучший ресторан наш, Гранат. В этом ресторане, вот посмотрите, Анзор, покажи вот террасу. Здесь летом просто шикарно. Здесь столики летом, да? Так, вот стоят столики. Вот они стоят. Здесь у нас каждый четверг, каждую субботу, каждое воскресенье мы делаем волшебный плов. По стариннейшему узбекскому рецепту. Сам шеф-повар из Ташкента прилетает каждое воскресенье и делает на живом огне. Такой плов замечательный. Начинает в 9 утра уже разжигать огонь. И в 2 часа со всей лаской хорошо работает обаяние. Да? Да, они уже сюда стекаются. Дедушка Ленин в мавзолее просто отжимается от зависти. Такой очереди к нему нету, как у нас. Но мы ни одному человеку не отказываем. Всех накормим. Очень вкусно. Котлы очень... большие, я так понимаю. Котлы большие. Да. Казан. 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 Это все очень серьезно. Так что приезжайте. Очень вкусно. Очень вкусно. Новые связи, новые знакомства. Пока вы кушаете, внизу лучшая автомойка Евросоюза. Мы сейчас с Анзором пойдем и покажем вам ее. Супермощь. Евросоюза. Пойдем, лучше... надо такое посмотреть. Пойдем посмотрим лучшую мойку Евросоюза. Вадим, всего, ты говоришь, 37 районов в Юрмале. Нет? Ой, сколько? 17 районов. Ага. Вот они начинаются как бы отсюда, первый район, вот ты въезжал в Елупе. То есть это начальный как бы получается? Да, Елупе, если въезжает со стороны Риги, мы въезжаем в Лелупе, потом вот этот Булдури, дальше Дзинтари, Майюри, Дублты, пошло и поехало. Вот это автомойка. Здесь моются машины. 4 полосы у нас. 1, 2, 3, 4 заезда. Здесь машины пылесосятся и сушатся. У нас специальная химия. Такая нигде нету. Нигде нету в Латвии. Только у нас. Мы моем машины так, что если она через 2, через 3 недели грязная, очень грязная, ты поехал в лес за грибами или на рыбалку, провалился в какое-то болото, машина вся в говне, но приезжаешь к нам, ведро воды, и она блестит, потому что она обработана специальной химией, которая дает пленочку, и эта грязь вся на пленке, и как только просто водой ты ее смыл, и она сразу начинает блестеть. Никто в Латвии так не моет машины, как у нас. Поэтому все едут к нам. И вы, если еще не были у нас, приезжайте к нам на нашу мойку в Булдури. Все. Так что вот такие вот дела. Мы поедем, поедем, я тебе покажу концертный зал, следующий район, да? Ставим на паузу. Все. Так, пока все. Пока все, еще девочка звонит.